Отрубить ей голову? Чепуха! Одумайтесь! Ваше Величество! Она же еще дитя! Ну хорошо. Хочешь пойти ко мне горничной? Хорошая плата и варенье на завтра? Нет, спасибо. К тому же сегодня мне варенье не хочется. А ты его сегодня не получишь. Варенье на завтра. Но все так запутано, я ничего не понимаю. Тогда сыграем в шахматы. Когда играешь в шахматы, все предельно ясно. Ходить можно вправо, влево, вперед.